А вы что? Какие хорошие рыбы. Стайками плавают. Вообще. Такие прикольные. Вообще. Вот рыба-клоун. Так классно. А тут всякие кораллы или кто они? Эти штучки, которые едят. И вот клоун, и еще какая-то плавает. А вон там, смотри, синенькая какая. Угу. Тоже тропическая рыбка. Ай. Ну, как будто бы в этот зоопарк попали. Это всего лишь магазин. Я его называю рыбный. Магазин рыбный. Потому что тут продают рыбов. Ой, вообще такие прикольные. Ну посмотри. Сюда можно детей водить просто на экскурсию. Прелесть. Всякие рыбки. Всякие. Надо вот так. Вон их сколько. Вон. Видишь сколько? Тут гупешки живут. А, есть еще вот такой рыбный. Блин, так красиво это все. Огромные карпы кои живут. Прелесть. Прелесть. Надо вот так магазин, да? Обычный магазин в деревенском городе. В деревенском городе. Ну, в маленьком городочке. Что тут? 40 тысяч живет. А тут смотри, какое прикольное существо ходит. Видишь? Видишь, оно такое? И лягухи плавают, значит, всякие. Вон, лягушек сколько всяких. Ой! Лишь надо вот. Прелесть. Прелесть. А тебе и магазин. Лишь надо вот, какие они красивые такие рыбы. Мелкие всякие. Вот. Мне вот такие нравятся тоже. Рыбное царство, государство называется. Вон, декор, череп крокодила, типа, и мелкие рыбёхи плавают. Тут лошадь. Видите, как украшают еще аквариум? Это интересно. Сомики тут. Это бычок. А, это сомик, не бычок. Почему бычок? Сомик же? Или это бычок? Не знаю, у него такие... Господи, какое лицо интересное. Смотри, Вов, у него щупальца какие-то. Ну, бычка похоже. Ага. Вот в зоопарке у нас такого рыбного нет. У нас весь рыбный в магазине. В зоопарке не видела я аквариума. Там только огромные рыбы плавают, типа дельфинов. Потом эти морские котики, нет, там тюлени. А вот чтобы именно вот такие мелкие рыбки, это просто в магазине можно смотреть. Даже надо вот, ну, как же красиво. Всякие. Вот эти прям такие шикарные, да? Смотрите. Даже надо. Вот тоже. Видите? О, смотри, какие цветные. Вов, ты посмотри, какие они яркие. Рыбки-то. Ну, а ты думаешь, все бесплатно тут, что ли? Нет? Нет. И 40 евро, и мурену там мы видели. Сколько она 40 евро стоила, мурену? 100. А, 100. 200. А, 200, 200, точно. А 40 что-то другое мы видели кого-то. Ну, вот такие рыбки. Вот эти по 13. А, да, по 13 евро эти рыбки, да? А, нет. Подожди, они вообще... По 2, что ли? По 2 евро, по 4, по 2, 4, по 5 да. евро всякие есть. А вот эти покрупнее уже. Видите, какая вон сосет? Испугалась. Испугались. Дикие какие-то рыбки. Они так меня испугались, прям мечутся. Тут дешевенькие рыбки некоторые, а есть дорогие. Всякие есть. Здесь надо вот на красота. Красота. Ну, мне понравились большие. Вот тут еще вот совсем мелкие есть. Видишь? Рачки какие-то плавают. Да, вот креветки. Креветки какие-то плавают. Смотри, что надо вот. Мелочь какая плавает. Зашли за собачьим кормом, называется.
А вот мне нравятся вот эти вот огромные. Вот тут растения еще всякие растут. Буквально. А вот тут мне нравятся вот такие всякие. Вот тут как типа осетр что ли? Ничего себе. Осетр плавают. Осетрина. Ну и карпы кои. И все. Даже надо вот и белые осетры есть. Смотри, белый прям. У него черный, белый, серый. Всякие цвета разноцветные. Он. Карп кои 50, да? А тут разные. Разные. Есть за 129,99. 130 евро получается кто-то. А, да карп кои 130 евро вов стоит. Да. Да. А вот как раз таки, видимо, осетрина-то по 50. А, нет, тоже кои написано, тоже кои. 130 это карп кои. Да? Ну, это же надо какие вот огромные рыбы красивые. Что, обалдеть можно. А вон там что? Не тасно. Ой, нос достает. Такой смешной нос свой достает еще. Интересно. Там украсили этот сачок у них, все. Надо. Можно прям с рыбами тут общаться. То есть близко так можно общаться с рыбой. Фу, как интересно. Мне еще вот эти рыбки очень понравились. У них такая яркая, интересная окраска. Они, кстати, недорогие. Они по 6,99 всего. А нет, нет, да, нет, это 25 евро стоит. Ой. Неправильно сказал. Получается, по 6,99 это какие? Мелкие, вот. Мелкие? А нет, это не вот, это, вот это вот эти. Да. А это-то где рыбка? Ее тут нет? Нет. Всю поймали? Ой, вот эти светящиеся рыбки. Ну это ж надо. Смотри, они светятся в темноте. Если сейчас выключить свет, они будут светиться. По 2 евро. По 2 евро? Ну как же интересно. Как же тут интересно. Обалдеть. Ну ладно, все, пора нам уходить, наверное. А тут что, Вов? Тут тоже кто-то живет, смотри. Всех полно. О, а вон там еще. Вижу, Вов, посмотри, рыба какая. Мы ее чуть не ушли и могли не снять рыбу на видео. Представляете, такую красивую. Все, теперь точно пора.